2014 для Армавирского отдела, как и для всей полиции Кубани, выдался непростым. Сотрудники обеспечивали безопасность при проведении мероприятий мирового масштаба. Это зимняя Олимпиада и Паралимпиада в Сочи, Формула-1. Также не обошлось без серьезных кадровых перестановок и штатных изменений. Произошла реорганизация двух отделов – в центральной части и в районе Черемушки. Но, несмотря на все это, правоохранителям удалось не допустить террористических актов, преступлений на межнациональной почве и улучшить показатели по нескольким направлениям. Нам удалось не допустить роста совершения умышленных убийств, краж из квартир и домовладений, неправомерного завладения транспортными средствами, краж сотовых телефонов. Почти на 10% снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах. При этом выявлено на 9 случаев взяточничества больше, чем в 2013-м. Многое делается для профилактики подростковой преступности. Так, только в ходе рейдов были доставлены домой 547 несовершеннолетних. Изъято около 8 тонн алкоголя, заведено более 100 уголовных дел по обороту наркотиков. В ходе проведенных мероприятий задержаны 3 преступные группы, совершавшие преступления на территории города. В результате в суд направлено 18 уголовных дел по кражам из квартир и домовладений. И это только по одной из преступных групп. Также наказание понесут армавирцы, которые совершали кражи из автомобилей при помощи сканирующих устройств. И группа лиц, поставившая угон автомобилей на поток. По итогам работы за прошедший год была объявлена благодарность сотрудникам с лучшими показателями, а также вручены очередные звания. На 2015-й городского отдела немало задач. Среди них повысить процент раскрываемости и обеспечить безопасность горожан. Алена Безовчук, Евгений Холманский, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир.